Путаница в Новгородах, Нижнем и Великом вышла на международный уровень. Болельщики из Аргентины, которые прибыли в Россию, чтобы поддержать свою сборную в футбольной схватке с Хорватией, очень удивились, когда не смогли купить билеты на стадион «Электрон». От того, что виртуальные карты завели их не туда, незадачливые туристы сначала огорчились, но новгородское гостеприимство исправило впечатление. Людмила Александрова расспросила аргентинских фанатов о футболе, досадном поражении и России. Хосе и Лусия – так нарекли героев фото авторы интернет-поста. Аргентинские болельщики, которые перепутали Нижний с Великим. На деле информация оказалась правдой только отчасти. Это на фото они аргентинская пара. В реальной жизни никакой Лусии нет, а вот Хосе целых два. Точнее, Эрнам и Эктор. Вместо латиноамериканки на селфи новгородка Лена. После встречи с ребятами на рабочем месте в баре именно она изначально выложила фото на своей странице. Фотография быстро разлетелась по сети, а подпись к ней как только не коверкали. Ну а чего? Сказали, не знаю. Все по-разному все писали, все журналисты, все по-другому. Я просто скинула фотографии, то, что я их увидела. Вообще ничего. Вообще никто не связывался, начали только сегодня связываться. Искать их, то, что да как, и это. А имена это уже сами они придумали. В Нижний Новгород аргентинские болельщики действительно собирались. Их путь из Буэнос-Айреса шел через Мадрид, Москву, Тверь. Ну а там ребята перепутали и взяли билет в Великий. Они просто не ожидали, что в такой большой стране названия городов могут повторяться. Естественно, мы расстроились. Когда мы приехали, уже собрались идти болеть за нашу команду. И тут мы увидели этот маленький и спокойный город, подумали, где мы. Эти двое не знают ни русский, ни даже английский. Приехали без переводчика, вооружившись лишь гуглом. Туристы боятся представить, что бы с ними было, если бы не гостеприимство новгородцев. Очень хорошо приняли. Когда мы потерялись, новгородцы помогли хотя бы минимально освоиться. Поэтому мы очень благодарны местным жителям. Сейчас Эрнама и Эктора сопровождает профессиональный переводчик. Они даже успели прогуляться по Кремлю и отведать русскую кухню. И хоть Месси и подвел ребят, на душе у болельщиков солнечно. Уже шутят про российскую прописку. Может быть, вы найдете здесь себе жену и останетесь в Новгороде? Si encuentran su futura esposa en Novgorod, se quedan? Это путешествие аргентинским программистам запомнится надолго. Уже завтра «Ласточка» в Петербург. Там попадут на один из матчей. И несмотря на такие приключения, по дому ребята не скучают. Они приехали от души поболеть за любимую сборную. Так почему бы не заняться этим в Великом Новгороде? Людмила Александрова, Савва Ушаков. Новости Новгородское областное телевидение.